Сейчас я приготовлю овощное ассорти из цветной капусты и брокколи. Ну, естественно, мне нужна цветная капуста, брокколи, а еще мне понадобится, я уже натерла сыр и вкрутую сваренное яйцо, тоже натертое. Так, ну воду я уже в кастрюле нагрела. Она кипит, да? Да, уже нагрела. В принципе, мы можем сварить вот так вот в корзинке, видишь, опускаем и варим. Но брокколи может поменять свой цвет. На синий? Нет, он просто обесцветится. И мы как хотим же сохранить и витамины, и все минералы в нашей капусте. Поэтому мы все это будем делать в пароварке. Если сварить в воде и выпить этот раз? Пожалуйста, можно выпить? Хорошо. Минералы будут сохранены. В пароварке. Хорошо. Поэтому я устанавливаю нашу пароварочку на кастрюльку. Высыпаю нашу капусту. Если объем больше, можно установить кондиминску. Нам это не надо. Накрываем крышкой. Включаем побольше огонь. Ну и ждем минут 5-7. Если варим, то 2-3 минуты. А если в пароварке, 5-7 минут. Ну что, можно газ отключать. Все. Это крышка как подставка. Так. Смотри, брокколи остается зеленая. Цветная капуста как была беленькая, так и осталась. Ну и что? Теперь выгружаю капусту в комбинисочку. Так, наверное, будем делать слоями. Солим немножко, потому что я ее не солила. Так, смесью яйца и сыра посыпаем. Немножко перемешиваем. Посыпать лучше на горячую капусту, чтобы сыр растаял. Побольше надо посыпать. Давай побольше посыпем. Все равно все перемешивать потом, можно все высыпать. Так. Посолим еще немножко. И еще сыром. И еще раз перемешаем. Вот сыр уже начинает плавиться. И дадим ему немножечко настояться, чтобы сыр хорошенько расплавился. И, в принципе, наше блюдо будет уже готово. Что, вот это вот можно есть? Да, это очень вкусно и полезно. Потому что здесь сохраняются все витамины и минералы, которые содержатся в нашей капусте.